книга, которую я написал на карантине. Мы все, наверное, сидели у себя в квартирах или в закрытых домах. Вот мне было делать нечего, тоже работы не было. И я приступил к написанию книги. Книга скоро должна выйти в июле месяце, в июле даже в конце. Поэтому вы смотрите, она будет продаваться в кинотеатре.